Светка. Катя. Субботина. Полина. Светочка. Боже мой, неужели это ты, Светочка? Господи, как же ты переменилась-то? Да прекрати. Похорошела-то как, Свет. Сколько мы с тобой не виделись, а? Ой, я не знаю, давно уже. Сейчас мы уже не сосчитаешь. Ну, подожди, я тебя сразу узнала. Ты вообще не изменилась. Ой, да как? Ладно. Ну, вообще, как, где, что? Рассказывай. Ой, с последней нашей встречи столько всего произошло. Ну. Я же после школы поехала поступать в Москву, в институт. Да. Ну, естественно, с первого раза не поступила. Mm. Пошла работать на завод. Юрка мой, конечно, был против категорически. Подожди, Юрка? Короленко, что ли? Да! А ты не знала, что ли? Ну, ты вообще ничего не знаешь. Ну, слушай, я тебе сейчас все расскажу. Значит так, на выпускном вечере он сделал мне предложение. Ну, и тогда я ему сказала, ты, милый друг, говорю, выбирай. Либо я, либо твои друзья. Ну, а он что? Ну, а он что, господи, он как все мужики сразу. Милая, милая, красавица моя.